Короче, еще первый стрит, приехали в парк. В принципе, улицы тоже уже сухие. Да, можно. Тут можно много чего поделать. Думаю, известный всем парк. Может, и не всем. Там грани. Блять, все интересно по звуку из-за шума здесь. Да, тут пиздец. Короче, первый стрит, что, погнали, как стрит? Ну, вообще сейчас в плазе, а потом, я думаю, из стритаха поедем. Мне вообще нравится просто позвали. У тебя крыша, тебе здание нравится. Кто-то там моду запрятал, да. В общем, сейчас раскатаемся и попробуем поснимать трюков крутых и от первого лица. Я хочу почему-то ролик немного плотно. Между таблеткой и гриндом. Я же... Ну смотри. Я Ну что, мы относительно раскатались, руки дубеют, ну, по крайней мере, у меня. Ренат вроде... У меня нормально. Нормально. Кепка, кепка, зацените, что там, скажите, Ренат идет, нет? Натуре. Ладно, сейчас попробую линию одну сделать. Ренат подснимет, потом он там подумает и его снимет. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Я, кстати, на самом деле, если насколько, хотя в днёк покатался прилыбно, я платил даже какие-то клипы ебать. Кого? Какие-то клипы на доску. А. Типа я на скейте реально хорошо катался. Да. Чего ебать?
Бля, на мне после Семенки кажется маленькой какой-то. Выжил чисто, бля. Бля, она маленькая, она низкая. Батя приложился туда. А? Батя приложился туда. Сука, после Семенки? После Семенки, блядь, ебать, она маленькая. Я там прыгнул, наверное, на высоту, как их две, блядь. Сзади. Пиздец. Ебать, я вообще теперь боюсь ее. Ой, тебе звонят как раз. А? Вовремя позвонили. Я успел снять. Сразу, да, можно сразу еще одну? Не, давай глянем просто. Вы вырвать сюда? Да, сюда. Мы съебываем! Чики-чики, дай. И вот так смотри. Чисто стрим. Погоняем, погода, солнышко. Не знаю, что мы там тухли. Все, подобили. Гуляем, знаешь? Я знаю, что тут можно сделать. Мы тут, ну, стрёшку попробуем. Вон эти чики. Бля, близко. Мы, да, ой. Стой. Бля. О, привет! Yeah.
Чак, руль. Да. Ренат, что за погода? Там Москва-Сити. Чуть неожиданно стечение обстоятельств, мы на Цветном бульваре оказались. Вот это, сейчас покажу. На Белке все еще до конца не растаяло, что-то, короче, попили там, посидели, погрелись на солнышке. Приехали сюда, на вот эти вот ступенечки. Сейчас не знаю, может быть, здесь что-то сделаем. Ну, настроение такое. Тут, блин, челуха, сейчас покажу. Немного вот такая хуйня, но... Как бы где призём, еще вот эту лавку непонятно поставили. Ну как бы здесь кататься можно. Ты чисто до сих пор новогодний, чё? Да. Чё? Весна, не, Новый год. Хорош. Запись пошла. Пошла. Я с двух сторон. Заебись, пошла. Так, за тобой? Как? Я могу справа подняться. А, блядь, подожди. Похуй, давай, я понял. Нихуя себе! Свэг. Хорошо. Да ща, я думаю. Так же не здесь, да? Я хочу почему-то ролик именно немного флета. Ну, можно. Кстати, вот здесь прям. Типа, понял, там трешечка, там что-то чинкнуть где-то просто. Ну, такой, обычный. Пиздец, вот в этом. Да на Оскар, короче, бля, пиздец. Я упал чуть-чуть на нос, да? На наждачку сейчас. Да я понял. Охуеть. Не, все-таки та нормальная была. Там типа скетчей даже не было, просто трюху не сделал. Блять. Ебать, как наждак мне. Ты понял, ты на этот, на типа на педал приземлил. Да? Я не почувствовал просто. Блин, ебать жестко. Блин, кстати, солнце уходит. Не, это ебаное это здание. Ебаное здание. Че, ну че, вдруг тут на те грани поедем лучше? Почти. Это уже добавочно. Вот, все. Пау. Все, чувак. Короче, мы наконец-то вечер только поели за все время. И уже сейчас отправляем.
что можно будет. Еще подписывайтесь. Много людей за сегодня увидели. Да. Народу куча выезжало. Все разбрелись по разным сторонам, что-то как-то. Вся Москва просто сегодня. Все просто вообще, да. От прорайдеров, да, мелочь.